Село Новый Кайынлык. Здесь родился и вырос герой Советского Союза Шариф Сулейманов. 22 июня в День памяти и скорби дом-музей посетил заместитель министра финансов республики. Вместе с коллегами Зинур Бакиров познакомился с историей жизни участника Великой Отечественной войны и своего коллеги. Ведь начиная с 1971 года и на протяжении 17 лет Шариф Сулейманович возглавлял Министерство финансов. В знак гордости и уважения гости возложили к его бюсту целую корзину алых гвоздик, как символ мужества и героизма. Оставил большой след в истории нашего министерства и в целом республики. Его все помнят, его те коллеги, которые всегда доброжелательно, всегда с почтением, всегда с уважением относятся. В честь столетия Шарифа Сулейманча к 75-летию Великой Победы, соответственно, мы по инициативе Министерства финансов, да, и правительством было выделено 14,5 миллионов, более 14,5 миллионов рублей на строительство спортивного объекта, чтобы увековечить память Шарифа Сулейманча, ну и, соответственно, чтобы дети помнили, чтобы дети занимались. Вспомнили всех краснокамцев, кто встал на защиту Родины от фашистов. В селе Николо-Березовка прошло торжественное возложение венков и цветов в мемориалу. Ровно 80 лет назад из Краснокамского района ушли на фронт более 8 тысяч человек. С победой в 1945 году вернулась лишь половина солдат. Сегодня в живых не осталось ни одного ветерана. Но у нас сегодня проживает более 100 тружеников тыла и где-то 1300 недавно признанных детей войны. По району идет активно выдача удостоверений. Во всех сельских поселениях люди подходят, по квартирам ездят. Ну, очень хорошо, конечно, что хотя бы вот через 80 лет после начала войны маленькие жители страны тех далеких 30-40-х годов вспомнили, что их помнят, их чтут. Возложения и митинги прошли в каждом населенном пункте Краснокамского района, а завершится День памяти и скорби акцией «Зажги свечу». Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков, информационная программа «Время новостей».